Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев. И сегодня я отвечаю на вопрос, кто же такие. Так как в интернете нет инфы, так сказать, придется мне ответить, вам придется повторить, как всегда. Кто же такие антропософы? Это, в принципе, очень сложный вопрос и очень большой, но я попытаюсь вкратце ответить на этот вопрос. Потому что инфы, как всегда, в интернете нету у нас. Как всегда, нет. Кто же они такие? По сути, это двухручники. Только католический вариант, или шаманский, или сантерийский вариант. Или кубинская сантерия. Больше это относится к шаманизму, естественно. Или колдовству западному. Но в России они тоже встречаются. Это католики обычные, допустим. Или также протестанты определенные. Или также это могут быть и буддисты, которые успевают. Буддизм это больше всего показывает, да, так сказать. И индуизм, индийская религия тоже это показывает. Это когда занимаются двумя культами в раз. И сантерия это показывает, что легко сливается, да, вот это кубинская сантерия, допустим, шаманизма. Но это относится ко всему полностью. То есть, допустим, вы занимаетесь призывом демонов и тут же ходите, работаете с ангелами, христианством. Поэтому не зря Соломоник, допустим, книга по соломоновскому оккультизму, там, Папиус, допустим, Планетарка, она все, вся этим пропитана. Поэтому данные люди как бы в себе соединяют две стороны. Тут нет ни добра, ни зла, потому что они используют, могут же использовать и во зло, как говорится, и ангелов, и демонов во зло, да, и в добро, и в помощь, и спасение и демонов, и ангелов. То есть, понимаете, тут нет такой особенно разделения. Но у них определенная последовательность есть. Естественно, церковь, католицизм, еще какое-то вообще влияние христианское, да, это будет отрицать и будет говорить, что это плохо. Но в христианстве они так и называются, понимаете, они не называются двухручниками. Даже в оккультизме, то есть для них заниматься оккультизмом, призывать демонов и ангелов, заставлять их что-то делать, это в порядке вещей. Но для христианства это, естественно, кошмар. И для другой стороны оккультизма это тоже кошмар. И для тех людей, которые неопытные, вначале я бы сказал им бы этим и заниматься. Двумя сторонами изучить, в чем же заключается конфликт этих сил. Может быть, конфликт заключается вот тут у вас, понимаете? А не заключается конфликт интересов внешних. Он внутренне чаще у вас в мозгу происходит, борьба добра и зла и так далее, да? Это все придумано демиургом, как говорится, концепция, которая, по сути, не существует. А существует только у вас в мозгах. Поэтому нет ни черной, ни белой магии, если так подумать. Если вы христианин, для вас есть черная и белая магия. Но если вы не христианин и кричите там оккультисты, вы какие-то там, допустим, тамплиеры или кто-то еще, то вы понимаете, что концепции этой нету. Поэтому данные люди, вы называете их двухручниками, там, как можете, хоть как, вы знаете, хоть козой назовите таких людей, маг должен знать все. И поэтому этот тип людей, двухсторонние такие, да, они не на двух стульях сидят. В них две стороны. Это равновесие называется, равновесие внутри себя, чтобы вы не сдохли и не развалились в определенный момент энергетически, биологически. Все-таки духовная сторона, биология, все-таки темная сторона, да. А если кто не знал, да, а энергетика это более духовная, более светлая сторона. Поэтому одно без другого не существует. Понятно, но это концепция демиурга, христианства, католицизма. Это все их концепции, мусульманства, евреев и так далее. Но по-настоящему этой концепции не существует. Она одна, и это естественно. Потому что хаос один. Нет 50 оттенков хаоса. Вот. Поэтому вы выдумываете себе, не зная, не проходя через этот опыт, вы так думаете. Но маг объединять должен разные культы в себе легко и воспроизводить. Поэтому многие шаманы, допустим, кубинские шаманы, какие-то вудисты, как вы их называете, да, они христианство или католицизм от себя не отделяют. Это неотделимо, потому что это слилось давным-давно в сантерию, да, и оно полностью существует, поэтому там и призыв в Паламонте может быть призыв ангелов, архангелов каких-то в порядке вещей, понятно, с Лункасией, допустим, с демонической сущностью, да, и Централ Эндоки, это в порядке вещей, понимаете.
Но когда человек, поэтому и святые у них отображаются так же, как в обычном католицизме или христианстве, допустим, там Макаш, Патриаркеев на Пятнице и так далее. То есть это тоже самая концепция. Поэтому они это не отрицают и соединяют, и используют это, чтобы помочь. А не чтобы делиться, кто круче или кто лучше, им не до этого, понимаете? Поэтому христианство, естественно, будет бороться за свои интересы, а данные люди-оккультисты, хоть они теософы, хоть как себя они назовут, да, они теософы, вот, они все равно будут отставить свою позицию, потому что это помогает, это решает их проблемы. Но галиматью, естественно, делать не надо, нужно все составлять по правилам планетарки, по правилам каких-то концепций определенных, и они существуют и никуда не делись, и все-таки за это время они все-таки создались. Поэтому не надо таких людей отрицать и говорить, что это плохо или как-то это некрасиво, но это то же самое говорит, что сейчас пол России перемешались кровью и непонятно, кто русский, а кто нет, и говорить, ой, мы вот русские, а как вы это определили, рус, все-таки светлоглазый и русы, навечно русы, они с возрастом, как у нас дети темноволосые становятся, ген, то есть доминирующий, вылазит. Нет. Поэтому нужно это принять и развиваться в этой концепции, если вам удобно, если у вас все сходится и подходит с вашей энергетикой, идем дальше. Но если вы тормозите и себе выдумываете всякую галиматью, двухручники, трехручники, это плохо, закончится для вас лично. Вы или пойдете по пути деградации, разложения личности, субличности и так далее, или вы пойдете по пути, так сказать, отказа от этих культовых носителей, и, так сказать, все, что вы наработали, зря впустую потратили время на магию и отдали этим эгрегорам энергию впустую, которую вам, так сказать, уже ничего не возместили и не улучшили вашу жизнь. То есть разочарованность определенная двухсторонняя. Всем удачи, успех! С вами был Александр Чу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Удачи! Включите уже мозги, хватит поверхностно ползать.